Какие у нас гости сегодня? Гибкий ансамбль современного эстрадного танца «Шкода». Спасибо вам, наши юные, красивые таланты. Вы молодцы. В таком составе пришли, конечно же, руководитель Жанетта Александрова, художественный руководитель ансамбля «Шкода». Здрасте. А, ребята, это было... Что за номер? Такое все, вау. Это импровизация. О, я пытался подобрать слово. То есть это все то, что вы сейчас делали, это вот у вас на месте рождается прямо здесь сейчас танцем. Да. То есть ребятам дается музыка, и вот то, что на душе, то вы... Ну, а говорят, что вот самая лучшая импровизация — это запланированная импровизация. Ну, нет. Вот, вот со своими вот этими... Ну, это очень честно. Они не умеют врать, в отличие от тебя, Андрей, ты понимаешь? Никогда. Ну, Жанетта, вот такой вопрос. «Шкода» — такое интересное название. Что, что это значит? Пишется же «Шкода.а». Ну да. Ну, это школа. Как аббревиатура Жанетты Александровой. Это мы инициалы. Это гениально. Мне кажется, я просто смотрю на ребятишек и понимаю, что здесь еще есть подтекст. Подтекст, конечно. Но как же, дети не могут быть... Ну, они непоседливые, шкодные. Отсюда изначально было «Шкода» как «Дети», а потом уже родилось то, что это вот можно еще в аббревиатуру сделать. Да. Сегодня у нас тут два состава. Пришли в гости молодой состав, состав постарше. Позже девочки нам покажут свое мастерство. 9 лет, да, в школе? Да. Если не ошибаемся. 9 лет. А есть уже наверняка выпускники, причем, возможно, кто-то там добился каких-то высот. Ну, вот в двух словах. Такие яркие выпускники. Или все для вас яркие? Все яркие, но выпускников-то еще нет, потому что 9 лет. Но те, кто занимается с 4, вот им сейчас на данный момент 13. То есть есть те, кто с истоков, с первого дня. Самые верные ребята. На входе в школу будут стоять ваши бюсты такие. Андрей, монументальные мысли Андрея Соколова, мне кажется, нужно новую рубрику открывать. Люди должны... Жанетта, расскажите, что вообще входит в программу обучения ребят? Насколько нам известно, тут прям комплекс всего у вас. Да, дети ходят как на уроки, будем так говорить. То есть у них, допустим, в понедельник классический танец, во вторник акробатика, физподготовка. Потом у них идет два дня репертуара, когда мы готовим номера и чистим. И актерское мастерство. Ого! Ну, то есть так пятидневное обучение. То есть каждый день они... А по времени сколько? А, младшие занимаются, ну, тоже до 2 часов, наверное, 1,5-2, и старшие также по 2 часа. Это здорово. Ну, вот такими темпами мы уверены, будут классные результаты. Вот, кстати, о результатах. 2018 год, да, прошедший. Были ли какие-то яркие моменты, которые запомнились коллективу? И, может быть, какие-то планы есть на 2019 год? Ну, яркие моменты были. Наверное, наш начался учебный год с того, что мы начали готовиться к ответственному конкурсу. Мы слетали в декабре в Эстонию, в Таллин, на международный конкурс. Он очень больших масштабов, и мы очень переживали. И мы провели 2 конкурса, соревновались в городе Краснодаре, где у нас было 2 гран-при. И... Почему же никто не аплодирует? Потому что... Это же круто! Да, гран-при, причем был вот как-то ознаменован даже денежной премией. Вот, что мы себе... Морожка! Всем же ставим 3 балла. Слушайте, вот такой вопрос, немного личный, да? А что касается ваших детей, я имею в виду вот ваших лично, вы уже привили им любовь к музыке, к танцам? Да, у меня дочь, она занимается тоже в старшем составе, Катя ее зовут. А, даже так. Как она сдержанно улыбается. И вот, собственно говоря, к группе в полосатых купальниках, к старшему составу нам и хотелось обратиться сейчас. Ребят, может быть, покажете, на что способны те, кто по 9 лет уже там занимаются, да? Мы приглашаем вас, пожалуйста, в центр, проходите. Старший состав! Турчиня надумаше, гуй, гуй, гугу, ты гукай, думай, голубе. Айде, я ну да идем, айде, я ну да идем, гуй, гуй, гугу, ты гукай, думай, голубе. Мой тебе ли сараев, мой тебе ли сараев, гуй, гуй, гугу, ты гукай, думай, голубе. I don't know.
Какие же молодцы! Студия современного эстрадного танца «Шкода», друзья, сегодня была у нас в гостях. Вы молодцы! Самое главное, не забывайте, что это и все наши интервью можно пересмотреть на сайте нашего телеканала.